Экономическая ситуация внешне никак не влияет на праздничное настроение москвичей. Однако из-за финансовых трудностей многие из них будут встречать новогодние праздники не на зарубежных курортах, а на российских просторах. После Нового года обычно я куда-то езжу там на неделю или на две отдыхать, там, или весной. Вот, и, конечно, уже так задумываешься куда-то поехать. Самые популярные туристические маршруты Египет и Турция попали под ограничение из-за опасений, связанных с безопасностью. Из-за экономической и политической ситуации, которая сложилась сейчас в мире и в нашей стране, мы остаемся в этом году дома. Кто-то вынужден экономить на подарках. Ну, на подарки, я думаю, найдем все-таки. Но он ограничивает какой-то выезд куда-то на отдых. И просто напряженная обстановка чувствуется в общем. Однако россияне не унывают. Бюджет немножко не позволяет, да, делать какие-то шикарные подарки. Ну, я имею в виду дорогую технику или что-то еще. Ну, отделываемся, скажем так, небольшими подарками, сюрпризами. Новый год один раз. Вот, в принципе, это, знаете, это как свадьбы, ну, как похороны, как свадьбы. Хочется сэкономить, но не будете. Я имею в виду, что независимо от ситуации, вы все равно как бы, ну, последние бабки отдадите. Однако Новый год никто не отменял, а значит, никто не отменял и праздник, и надежды на исполнение всех желаний, и на мир во всем мире.